На сцене Одинцовской библиотеки номер один песни и композиции отечественной и зарубежной эстрады 80-х годов. Творческий путь в студию «Западная 10» у Дмитрия начался в 2021 году. Его пригласили в качестве бас-гитариста. Мы приехали с интересной программой. У нас в программе будет две новые песни. Стиль у нас джаз, блюз, рок. Такая музыка спокойная, классическая, интересная. Собственно говоря, мы исполняем каверы группы «Болис Бенд». В этот вечер звучали клавишные, саксофон, бас-гитара, барабаны и, конечно же, было представлено вокальное исполнение. В вечерний переполох выступили сразу две музыкальные группы и исполнитель Антон Шмелев. Материал у нас исключительно авторский. Вот. К сожалению, полным составом у нас сегодня не получилось собраться, потому что у нас гитарист и барабанщик работают в группе «Крематорий» и находятся нынче с этой знаменитой группой на гастролях. Многие из участников уже не раз выступали на одинцовских площадках, а в этот вечер порадовали гостей библиотеки номер один в Одинцове. Это вокально-инструментальный ансамбль. Группа единомышленников собралась, которые любят музыку, которые умеют ее играть. Серия музыкальных квартирников продолжится и дальше. Радовать зрителей будут уже другие, не менее интересные исполнители. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».